ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أتمان الأكملان وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. И сегодня, иншаллах, начнем уроки, как говорили ранее, это уроки по акиде, по идеологии, по таухиду. И, наверное, книгу, которую я выбрал, наверное, она впервые преподается вообще в Дагестане, если я не ошибаюсь, я который помню. И эта книга взята, даже не книга, это мамлума. Это стихи, которые были сочинены насчет акиды. И в этом есть хайр, большая польза. И потому что она написана старыми учеными. Все, что написано старыми саляфами, то есть саляф, салих, праведные предшественники, то в нем бывает больше хайра. Потому что саляф, салих, праведные предшественники, у них было мало слов, и они были лаконичны, кратки в том, что они говорили. И поэтому в нем бывает много барака. А те, которые пришли после них, бывает калям, мабсуд. Много бывает слов, которых даже, может быть, пользы нет. И поэтому была выбрана эта книга. Эта книга называется «Ха-ия». Почему? А это мамлума, как стихи, которые сочинил один из великих ученых, которого называют Абу Бакр ибн Аби Дауд. Это сын известного Абу Дауда, который написал книгу Сунан, который один из четырех Сунан, который он написал. Это его сын. И он сочинил 36 куплетов, которым объясняет акиду Ахли Сунна валь Джамаа в некоторых вопросах. Она не включает все. Некоторые вопросы, которые были разногласия те времена, и в нее есть много пользы. И почему она назвала Ха-ия? Потому что конец у нее заканчивается на Ха. Все заканчивается на Ха. Поэтому есть Ибн Аль-Кайма Мимия, то, что кончается на Мим. Есть у шейху Ислам Таймия Ля-Мия, который заканчивается на Ля. Есть у Ибн Аль-Кайма также Нуния. Это самое известное, которое Ибн Аль-Кайма, которое заканчивается на Нун. И поэтому это тоже называется Ха-ия, потому что заканчивается на Ха. И говоря о самом имаме Абу Бакр ибн Аби Дауд, это сын Абу Дауда, который родился в 230 году по хиджре. И он учился у своего отца, также учился у других многих ученых и был на хамбалитском мадхабе, то есть то, что касается фикха. И в его время было распространено вот это невежество, вот это заблуждение, те заблуждения, которые известны как создание Корана, то, что касается сподвижников, то, что касается видения Аллаха. То есть несколько вопросов он разбирает в этой книге. И умер он в 316 году по хиджре. И есть такие моменты, которые ученые говорят за него. Например, то, что его отец Абу Дауд сказал про него, что «мой сын Каддаб, врун». И многие ученые, услышав это, думают, почему он Каддаб. То это объясняет имам Аз-Захаби в своей книге, то, что он имел в виду «каддаб», ошибался. Поэтому «каддаб», слово «каддаба», «врать», она в арабском значении имеет несколько видов, и один из видов – это «ошибаться». Поэтому, как пришло в хадисе,
у имама Бухари и Муслима от хадиса Субейата Асламия, где говорится Субей Асламия Ламма Туфия, когда умер Саад ибн Хауля фи хаджати л-вада, пошальный хадж. Саад ибн Хауля умер пошальный хадж. Это был один из подвижных пророков Сарасан. Лам таншаб анвада от хамляха. Время не прошло, как она родила ребенка. Она была беременна от него. Фумма таджаммалат, фалямма тааллат мин нифасия, когда у нее нифас закончился после родового течения, таджаммалат лил хуттаб, она приукрасилась, чтобы к ней пришел, кто приходит, чтобы кто хочет посмотреть на нее и жениться, для них приукрасилась. И пришел Абу Санабиль ибн Бакак, один из подвижников, увидел и сказал: тураджинан танкихи, ты хочешь выйти замуж? Фаинна алейки, поистине тебе арбаата ашхур ва ашра айям, то есть 4 месяца и 10 дней. И когда это услышала она, фаджамату тауби, фагадауту ля расулля саллаллаху алейхи вассалям, я собрала одежду и направилась к пророку саллаллаху алейхи вассалям, фастафтайту, я попросила у пророка фатву, и сказала, что Абу Санабиль ибн Бакак сказал, что так-то, так-то. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал? Казаба Абу Санабиль. То есть ошибся Абу Санабиль. Это нам о чем говорит? О том, что казаба, он ошибся. Также в другом хадисе, который приводится в Бухари, от Хишам ибн Урва, от своего отца Урва ибн Зубейра, то есть племянника Аиши, где говорится: «Лямма сара наби, саллиллаху алейхи вассалям», когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ушел яума иля Макка, вышел в Мекку, Йома Фатх, Аму Фатх, год, когда открыта была Мекка, Хараджа Абу Суфьян, вышел Абу Суфьян, у Абудель ибн Варка, и другой мушрик, который звали Будель ибн Варка, у Хакиб ибн Хизам. Хакиб ибн Хизам потом, после этого, принял ислам. И они начали, ятахассасуна хабар Расулля, саллаллаху алейхи вассалям, они искали, что же от пророка сас. Они услышали, что пророк сам идет, и искали. И длинная история, которая приводится в Бухаре, она очень длинная. И в конце говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, поймал Абу Суфьяна. Абу Суфьяна поймал, он потом принял ислам. Потом сказал своему дяде Аббасу, сказал, ихбис Абу Суфьян, инда хатма, около одной горы, его сдерживая, лика яндура или муслим, чтобы он смотрел на мусульман. И чтобы он смотрел на мусульман, потому что мусульмане шли группами. Мусульмане были, среди них были как кабиля Бану Тамим, кабиля Бану Гифар, кабиля Сулейм и так далее. Много кабайль было. И прошли ансары. И над ним был Саад ибн Убада главным, который держал флаг. И когда Абу Суфьян его увидел, удивился и спросил: «Я Аббас, ман хауля, кто эти?» Он сказал: «Хауля ансар, варая тухум инда Саад ибн Убада». И флаг у них у Саада ибн Убады. И когда Саад ибн Убада увидел его и сказал Абу Суфьяну: «Аль-йому йому мальхама, сегодня день битвы. Валь-йому тустахаллю л-каба, и каба будет халалем». И Абу Суфьян испугался и сказал Аббасу: «О, если бы принял бы ислам давно». Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, меньше, фумма маррат таифа акаль минху, потом прошла другая группа, то, что меньше этого, и в нем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И флаг пророка, саллаллаху алейхи вассалям, держал Зубейр ибн Аввам. Субейн Авам держал. И когда увидел Абу Суфьян пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «Ама самиата ма каля Саад?» «Ты не слышал, что сказал Саад?» Он сказал: «Ма ва каля?» «Что сказал?» «Каля каза ва каза», сказал то-то и то-то. Он сказал: «Кадаба Саад». То есть ошибся Саад. Вот это все пример для чего, что кадаба имеется в виду ошибся. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что «Аль-йом юаддиму Аллах бихиль Кааба», сегодня Аллах возвысит Каабу, «ваюкса фихи Кааба», и будет, меняется ее полотно, то, что на нем есть. То есть, наоборот, возвысил.
И почему я это рассказывал, что, чтобы не было, чтобы урок не шел по одному как бы сценарию, чтобы не отклоняться от того, потому что это файда. Ильм, это джуд би ильм, то есть великодушие в ильме, щедрость в ильме, когда человека спрашивает или когда человек что-то рассказывает, чтобы он другие вещи, чтобы то рассказывал. Как это пришло в хадисе от Абу Хурейры, который передает Дарапутни и другие, где говорится, что один из людей сказали, «Нахну наркабу сафина», мы садимся на корабль, «Ва нахмилю льма», и внесем с собой воду. «Файда шарибна», если мы его выпьем, потом мы не сможем сделать омовение. То что ты видишь, о пророк? Он сказал, что сказал пророк? Он не сказал, можно вам делать омовение. Он сказал, «Тахуру маугу», вода чистая. Это ответ был бы достаточен. Но пророк, саллаллаху, на этом не ограничился и сказал, «Валь мэйтату хиль». То есть то, что нам вахиллю мэйтату, и то, что находится в нем мертвечина, тоже разрешенное. То есть вот так пророк, саллаллаху алейхи делал. И Ибн Аль-Каим говорит, что шейх ул-Ислам, когда его спрашивали какие-то вопросы, он или разъяснял какой-то вопрос, он давал другие файды. И для этого это все. И переходя то, что сказал Абу Дауд, по своей сунне казаб, мы объяснили, что это имеется, он ошибся. Но Вахаби говорит, что даже некоторые ученые поставили выше рангов, чем своего отца, Абу Дауда. Поэтому Абу Бакр ибн Абу Дауд является фика, как сказал об этом его ученик, имам Мухаддисин, один из имамов, сильных имамов, Даракутни. Поэтому после Даракутни не было другого Даракутни, который знал хадисы. И Ад-Дарапутни сказал, что он фика. И это нам достаточно, то, что говорится в этом. И перейдем к матну. Матн 36 куплетов. И будем объяснять потихоньку, как будем идти. Если успеем, иншаллах. Сколько возьмем, посмотрим. Говорится в матне. Тамассак би хаблилля ваттаби л-худа. Валя таку бид'ия л-аллака туфлиху. Тамассак. Начиная с чего? В первую очередь, человек, который делал отступление, некоторые пишут «Бисмилля Рахмани Рахим». Ну, наверное, братья говорили, что «Бисмилля Рахмани Рахим» – любое дело, которое начинается не с «Бисмилля Рахмани». Это понятно, это когда пишутся исламские какие-то книги. Аж никто, наверное, не думает, что упоминал вопрос во время шиара, говорится «Бисмилля Рахмани Рахим» или нет. Нету ни хадиса, ничего, кроме слова от имама Зухри и имама Шааби, который имам Шааби сказал, что не пишется «Бисмилля Рахмани Рахим», а имам Зухри, один из величайших табиинов, сказал, что пишется. И имам Аль-Хатиб Аль-Багдади написал, что на этом единогласное мнение, если шиар, то есть стихи про ислам, то есть про единобожие, про ислам, про религию, то можно писать «Бисмилля Рахмани Рахим», в этом проблем нету. Но наши книги имам Абу-Бакр Абу-Дауд не написал это. Он, то есть, был на рае, что не пишется. И начал «Тамассак би хаблиллях» – «Держись за веру в Аллаха». И «Ваттаби аль-худа» – «Исследуй пути праведному, правильному пути». То есть, «Держись». Почему не сказал, почему сказал «Держись»? Потому что «Тамассак» – это когда человек с силой держится. И поэтому пришло хадис у Тирмизи имама Ахмада от Ирбад ибн Сария, где говорится Хатаба Наби саллаллаху алейхи вассалям, нам пророк саллаллаху алейхи вассалям делал хутбу, ва фаваджилят минхул кулуб, и наши сердца от них испугались, ва зарафат минхал уюн, и наши глаза расплакались, начали течь слезы. И в конце сказал тамассаку, то есть сказал алейкум би суннати ва суннати хуляфа рашидин, на вас лежит то, что вы должны держаться моей сунны и сунны, которые праведных халифов. Тамассаку биха. То есть держитесь за ней. Тамасса, когда человек силой держится. Поэтому бихаблилля. То есть бихаблилля, что имеется в виду? Бихаблилля имеется в виду, как сказал Муджахид ибн Джабр, то есть за Коран. Держитесь за Коран. Другие сказали, что это все шариатские, то, что в исламе пришло, за это держаться, за сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что внешние ахкамы, положения шариатские, чтобы за это держались. Ваттабил худа, исследуй праведного пути, чтобы человек следовал правильному пути.
После того, как человек держится за веру в Аллаха, за Коран, исследует прямому пути, а прямой путь — это то, что пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники, и те, которые за ним последовали до судного дня, то это есть правильный путь, и это есть люди, которые держатся за веру в Аллаха. И потом сказал, то есть, когда человек говорит делать это и не предупреждает от плохого, это бывает калями, как бы, когда человек об этом говорит, бывает накс, изъян. И поэтому он добавил, «Валя таку бид'ия ля'аллака туфлиху», и не будь человеком, который делает в религии новшества. Возможно, ты преуспеешь. И бид'а распространилась, если говорить, то после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И были разные течения. И есть основные течения, которые люди как бы должны знать. Первая группа, это, которая была, вышла во время халифов, это хавариджи. Это одна из групп. Вторая группа, это шиа. Третья группа, это джахмия. И вот эти группы, основа всех групп исходит оттуда. Потом разделились и другие. И мы будем говорить о джахмитах после этих пару куплетов, будем говорить о джахмитах. А все остальные и также будем говорить о мурджиа, о хавариджах и других, это тоже придет, иншаллах. И бид'а в религии, она порицаемая. Никогда не бывает бид'а в религии хорошая, как говорят об этом некоторые люди. Потому что не может быть хорошим то хорошим, которое пророк ссылался на это не указал. И есть определенные правила про бид'а, которые поставили ученые, их много. И коротко, одно правило, если человек, можно сказать, знает, это правило, где говорится, любое дело, которое пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог совершить в жизни, в своей жизни, и не было, и были для этого причины, пророк, саллаллаху алейхи были причины совершить это действие, и не было как бы мавания, запретов совершить это действие, и не сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это действие, это является бедой. К примеру, было во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, причина была, было открыто, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог отмечать свое день рождения. Была возможность. И не было то, что запрещать этому. Ничего не было. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его не сделал, и это является бедой. Другая вещь, как, например, собирать Коран. Как, например, некоторые цепляются и говорят, что собирать Коран тоже это беда. Нет. Во-первых, причины, чтобы собрать Коран, чтобы его собрать, причины были, как скажем, первая часть. Вторая, были мавания, запреты. И какой же это запрет? Когда Умар бин Хаттаб, какой же это запрет, чтобы сунна и Коран не перемешались? Вот из-за этой причины не собирали. Вот из-за этого, то, что это мешало собирать. Поэтому вот эти две вещи, когда причины есть, просто имея причины, и также не имея запретов не делать это, то это делать беда. Поэтому много можно об этом говорить, просто чтобы коротко было ясно. «Ля'аллака туфлиху» – возможно, ты преуспеешь. И преуспеет человек, если последует за Кораном и Сунной, и не будет делать в религии носить новшества. Потому что достаточно Корана и Сунны, и как пришло в хадисах от Абу Дара, в некоторых сборниках Сунна, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не оставил ничего, кроме как указал на эту вещь. Даже нам рассказал хабар про птицу, которая летит, про ее крылья. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обхватил всю религию, то, что нам нужно. И то, что нам нужно, она находится в Коране и находится Бухари и Муслиме. Вот в эти две книги, Бухари и Муслим, и Коран, в этом есть вся религия. То, что важно для человека, для каждого, касается лично каждого. Есть вещи, которые не лично каждого касаются. Например, нам не касается, если будет говорить про достоинство Йемени. Это нам не касается. Это не касается для всей уммы. Это касается для определенных людей. Или нам, например, может не касаться достоинства Медины. Потому что мы там не живем и так далее. Это нам не касается. Нам касается то, что связано с нашим намазом, нашим омовением, постом,
там хадж, закат и так далее, про таухид. Это нам касается. И то, что касается, Аллах ее сохранит, и она есть. А все, что нам не касается, она может быть в других хадисах. Или, например, касается определенных людей, определенных не касается. Такие вещи могут быть в других сборных. Но то, что лично каждого касается, она имеет себе место в Бухари, в Сахи Бухари, в Муслиме. И дальше говорит Абу Бакр ибн Аби Дауд, «Вакуль, и скажи, гэра махлюкин», что он уже переходит уже к своей теме, те места, где были разногласия. Первое разногласие было после того, как были хавариджи, были джахмиты, были шииты. Мы сейчас будем говорить о джахмитах. Это что за люди? Джахмин Сафван был один из людей, который придумал вещи, которые не было в религии. И он говорил, что нету имен Аллаха, нету атрибута Аллаха, Аллах не имеет сифатов. То есть описал Аллаха ничем. Если мы будем описывать этот столб, она будет больше иметь сифатов, чем Джахмин Сафан, который описал Аллаха. То есть описал ничем. То есть, если сказать Джахмину Сафану, опиши мне ничего, он ничего не сможет описать, кроме как ничего. Поэтому Джахмин Сафан, описывая Аллаха, что он, у него нет имен, он не Рахим, он не Разак, он не Халик и так далее. То есть все сифаты начал отрицать. Это группировка, которая... И эта группировка имеет в себе начало. Он это взял от Джабин Дирхам. Был другой, который жертву принесли во время табиинов. Этот Джабин Дирхам взял это от Абана ибн Самана, другого, такого же мушрика, как он. Тот взял от Талут, был такой же. Тот взял от Лабид ибн Асам. Лабид ибн Асам, если вы не знаете, это человек, который колдовал пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот так она идет. Вот все заблуждение вот так идет. Все вот эти заблуждения идут от того, что люди берут от Яхуда. Иудей, который заколдовал пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в колодце, колодце, то, что волосы от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, взял и заколдовал. И пророку, саллиллаху алейхи вассалям, касалось, что что-то происходит, на самом деле ничего не происходит. То есть сделали ему сихр, ему было плохо. И потом пришли два ангела и научили его трем сурам. И до этого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, до этого не было то, что сохраняет от шайтана и джинов. И после этого, как заколдовали пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришли ангели и научили. Поэтому, если тот человек, который читает эти суры, иншалла, это будет как бы причина, что его, например, джинны не будут постигать и шайтан. И вот так она цепочка идет. Лабид ибн Асам, от него передал Талют, от него передал Абад ибн Самаан, от него передал Джабин ибн Дирхам. Джабин ибн Дирхам, когда было Йом аль-Адха, то есть, когда жертвоприношение приносят, Халид ибн Абдуллах аль-Касри был один из правителей Мекки, который делал дуль, несправедливость у него много было. И он, когда услышал, что Джабин ибн Дирхам говорит, что Аллах не разговаривал с Мусой, он его взял и сказал: «О, люди, этот человек заявляет, что Аллах не разговаривал с Мусой. Аллах в Коране говорит: «Вакаллам Аллах Муса таклима». Аллах разговаривал с Мусой. Разговаривал. И взял и сказал: «Дахху». То есть приносите свои жертвы. А я сегодня буду принесу жертву его, Джаад ибн Дирхама. И порезал его. Это участь была Джаад ибн Дирхама. Даже будучи валимом, этот имам Халид ибн Абдулла аль-Касри, будучи валимом, все равно защищал религию. Такое было. Такое было положение многих амиров, многих халифов, которые были в те времена. Они могли делать зульм, но вместе с этим защищали религию. Это противоречит то, что есть сейчас, в данный момент. Внешний человек кажется, что он защищает религию, а внутри он ее разрушает. Это видится. Как бы человек ни заявлял, что он мусульманин, что он хороший правитель и так далее, что он хороший директор или тому подобное. Внешне он показывает свой ислам, внутренне его разрушает, помогая иудеям, помогая христианам и так далее.
И джахмиты, которые привели в новшество, которые начали отрицать эти сифаты, что Аллах не разговаривал с Мусой, что Аллах не взял себе любимчиком Ибрахима, алейхиссалям, и так далее. Такие заблуждения, которые Аллах Куран ясно это сказал. И «Вакуль гейра махлюкин каламу маликина» и скажи, что Куран это не создан, что это калам нашего маликина, то есть царя. То есть скажи, что вот этот калам, который калам Аллах, то есть Куран, это не махлюк, это не созданное. И скажем, что калам, калам Аллах, махлюк или не гейра махлюк, это вопрос, поднялся этот вопрос во время имама Ахмада. И этот имам держал эту волну, которую бидатчики направили, убивали всех людей. И не спасся никто, или убивали их, или сажали в тюрьму. Даже один из учеников имама Шафи, Абу Вайти, один из приближенных учеников, его посадили в тюрьму, в кандалах, и он умер сажда. Сколько его пытали, то, чтобы он сказал, что Куран это махлюк. Скажи, что Куран это махлюк. И он этого не сказал, и умер в кандалах. Я учусь имама Ахмада, все знают, что он выдержал это испытание. Если бы он сказал, что Куран, что это Куран это созданное, то пошло бы это заблуждение. Но он вынес это, и вот такими дал. И поэтому после этого он стал имамом. Если мы посмотрим известные мухаддисы, Али аль-Мадини, Яхья бин Маин, которые Бухари, имам Бухари, с них удивлялся, а они, в свою очередь, удивлялись имам Ахмаду. И говорили, имам нашего времени, это имам Ахмад. И Али аль-Мадини, учитель Бухари, говорил, если недостаточно, если имам Ахмад скажет какое-то слово в вопросе, или в акиде, или в фикхе, перед Аллахом я приду и скажу, если меня Аллах спросит, откуда ты взял эту религию, я сказал, я от имама Ахмада взял. До такой степени имам Ахмаду доверяли, потому что он выдержал это испытание. Будучи Али аль-Мадини не выдержал его. Он сделал тукью, скрыл, не сказал, что махлюк или гайр махлюк. И когда Али аль-Мадини пришел к имаму Ахмаду, постучался к нему, слуга пришел и открыл дверь. И он увидел, и имам Ахмад сказал, что пришел Али аль-Мадини. Он вышел, даже внутрь не позвал. Почему? Что тебя привело? И он начал как бы извиняться. И имам Ахмад сказал, почему вы сделали тукью, скрыли? Он сказал, поистине нам делали икра, принуждали нас. И начал приводить хаддатани до Аммара бин Ясира, которые испытывали курейшиты, чтобы он ругал посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорит, ты где и где Аммар? Аммара постигла азаб, наказание, его испытывало. А тебя даже колючка не тронула, и ты говоришь, что я скрыл? И после этого он отвернулся от него. Также Яхья бин Маин, который считает один мухаддисов, то же самое пришел, он даже с ним не разговаривал, а они ходили за ним. Они поняли ту ошибку. Вместе с этим они остаются учеными большими в хадисах. И поэтому имам Ахмад выдержал это. И насчет Курана. Куран, что махлюк или не махлюк. Такого никогда не было среди пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или среди сподвижников, никогда оно не обсуждалось. Мы в наше время можем видеть некоторые вещи, даже не замечая. Люди разделились насчет Корана на три группировки. Первый – это джахмиты, которые сказали, что Аллах не разговаривает, что нет у него, он не разговаривает. Тогда какой смысл не спасать Коран? Они сказали, он не разговаривает. И этот Куран созданный, это самое большое заблуждение, которое говорит, пусть это такая же вещь, как и мы, такая же вещь, как и созданная. Второе, это Мутазиля, которые легче, чем они, которые сказали, Аллах разговаривает, но его калям созданное. Это они себе противоречат. И третье, она распространена везде, большинство это ашариты, которые говорят, что Аллах не разговаривает, а это то, что Аллах думает у себя. Вот человек сидит и думает, размышляет. Вот эта вещь, говорит Куран.
И ангел Джибриль пришел к Аллаху и понял вот это, то, что Аллах размышляет. И эти аяты перенял в себе, как-то вот догнал он. И потом пророку, саллаллаху алейхи, не спасал эти аяты. Это заблуждение. То есть они говорят, таабиру нафс, когда человек про себя думает, это называют таабир, то есть про себя думает, это передал. Это тоже заблуждение, которые не говорили ни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также не говорили сподвижники и те, кто пришли, табиины. И говорит, вакуль гайра махлук каламу маликина, бидалика дана аль-атқияу афсаху. Вот это мнение, что Коран гайра махлук, что это каляму Аллах, это мнение, которое были, это мнение, которое то, на чем были сподвижники, и то, на чем были пророки, пророк саллаллаху алейхи вассалям, и то, на чем были праведные люди, дана. То есть этим были они убеждены, свою религию на этом строили. Ва афсаху. И его разъяснили, не оставили. И что говорит, почему мы должны закрыть глаза на все аяты, которые есть, на все хадиты? Если мы уже вступим, например, уже тафсилен, да, детально излагать далилы, то много далил. Ну, как сура Тауба, Аллах в Коране сказал, وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Если один из мушриков будет прибегать, чтобы к тебе, то дай ему прибежище. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Пока он не услышит слово Аллаха. Это ясный, самый ясный далил. Что может быть яснее? Как солнце в ясный день. Как луна, когда она бывает полная ночью. Вот такой ясный далил. Также другие аяты. Хаин аль-Каим говорит, что если этих аятов упоминать в Коране, сколько раз Аллах в Коране говорит «вакаля»? Сколько раз говорит? Много раз. «Вакалям Аллах Муса таклима». И Аллах разговаривал с Мусой. «Фанадайнаху». И мы возвали. Надо это взывать. Как бы громко разговаривать. «Вакалямаху Раббу». И Аллах заговорил. «Вайдкаля Раббука». И сказал твой Господь. Эти все аяты, неужели мы должны их просто на это глаза закрыть и думать, и брать от людей, которые своими умозаключениями говорят, что это махлюк, что это создано и так далее. Нет. Это есть калямуллах. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не говорил он махлюк или не махлюк. Сподвижник тоже большинство не говорил махлюк или не махлюк. И как приводится сахифа, есть то, что переводится от Ибн Аббаса, есть имам Джари ат-Табари передает от него имаму тафсир аятов. Есть как бы книга сахифа, как бумаги, которые были у одного ученого, которого звали Али ибн Лейс, который передавал от Ибн Аббаса. И он говорит, когда Ибн Аббас истолковывал аят «Мин гэри ди ивадж», аят, который не сказал, то есть без искривизны, Ибн Аббас сказал «Коран гэру махлюк». И это самое достоверное предание, которое нам пришло из первых поколений, что Коран гэру махлюк. Также пришло у других сборников, в сборниках Амр ибн Динара, это один из табиин, он говорит, «Адракту ас-сахабу ват-табиин». Я ги постиг сподвижников и табиинов. И все, «факуллюхум якулун», и все они говорили, что Коран гайра махлюк. Коран муназзал, который не спасал Аллах, и он гайра махлюк. Что он не создан. И поэтому эти два атара предания самые достоверные, которые пришли к нам из самых как бы первых поколений. Это нам достаточно. Нам достаточно Корана, который Аллах в Коране сказал, хатта ясма калям, пока не слушает слово Аллаха. Также нам достаточно сунна. Как пришло в хадисе у имама Ахмада от Абдулла ибн Унейса, где говорится, что Йома яхшуру нас, когда Йома яхшуру Аллах нас, когда Аллах соберет людей в
фаюнадихим, то есть он будет звать бисаути, то есть два сифата дал, то есть громким голосом, фаясмауху, и услышат манкаруб ва манбауд, те, которые далеко, и те, которые рядом, все они услышат. То есть этот атар, достоверный атар, который Абдулла ибн Унейс от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Аллах соберет всех людей, то есть судный день, и будет взывать, и его услышат все. Это тоже ясно доказывает, что у Аллаха есть голос, что Аллах как бы взывает людям. Это тоже из хадисов. И таких хадисов много. Фаюнадихим, Раббухум и так далее. В Бухаре, в Муслиме. Тут переполнено. И как можно эти хадисы и аяты оставлять и брать какие-то слова? Потом есть такое. Как мы сказали, джахмиты сказали, что Коран, что он созданный. Муътазили тоже сказали, что он созданный. Потом есть вторая группа, которые говорят, что мы ничего не говорим. Не созданы, не созданы. Мы останавливаемся. Таваккуф. Это вторая группа. Первая, которая сказали, что созданы. Вторая, то, что мы говорим, Аллаху Аля, может создан, может не создан. Это кто говорил, это тоже говорили из праведных предшественников. Некоторые говорили. И, конечно, это неправильное мнение, ход старые говорили. И кто больше это мнение распространял, это имам Шавкани. Имам Шавкани, который говорил, что Аллаху Аля, Аллах лучше знает, создан, не создан. И третья группа, это Ахли Сунна, Валь Джамаа, во главе с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, и сподвижник, которые говорили, что он не создан. Как мы привели хадисы Ибн Аббаса и других. И дальше, то есть я как бы опередил это, говорит, валя такум фил Кур'ани биль вакфи каиля. То есть вот это, которое я указал, второе, то, что имам Шавкани говорил, то есть мы не говорим так или так, что создано или не создано. И он говорил, валя таку фил Кур'ани биль вакфи каиля. И не будь в Коране тем человеком, который говорит, что мы не знаем. Поэтому имам Ахмад сказал, тот, кто говорит, что Коран махлюк, что Коран это созданное, тот джахмит. Тот, кто говорит, что Коран не махлюк, тот мубтади, бидач. А тот, кто говорит, что Коран это не созданное, тот есть Ахли Сунна валь Джамаа. Это слово имама Ахмада, это слово имама Аль-Лалакай и всех большинство ученых саляфов, которые так говорили. Также это передается, есть маленькая как бы книга, она очень полезная, что мы знали акиду Ахли Сунна, книга акида, называется акида имам Аби Зура и ибн Аби Хатим, Абу Хатим. То есть два ученых были мухаддиса, которые обошли весь свет в поисках хадиса, обошли весь свет в поисках фикха, в поисках ислама, как бы, всех хадисов, изучая хадисы, до такой степени, что они варились в этом. И их спрашивает их сын Абдурахман, что вы знаете из идеологии Ахли Сунна валь Джамаа? Они говорят, кад адракна аль уляма'ана, мы постигли наших уляма в Шаме, в Ираке, в Медине, в Мекке, во всех, фикуллиль амсар, во всех регионах, во всех местах. И все они говорили, что Коран это гайра махлюк, что он не махлюк. И все они говорили, что тот, кто говорит, что мы не знаем, Коран это махлюк или не махлюк, тот мубтади. И тот, кто боится, например, делать как бы такфир тому человеку, который, что Коран махлюк, тот тоже мубтади. И ему объясняется, потом делается такфир. Такое положение было насчет этого вопроса. И где он говорит, валя такум фил Кур'ани биль вакфи каиля, и не будь тем человеком, который говорит про Коран, что Аллаху алям, мы не знаем. Не будь таким человеком. И дальше он говорит, валя такум фил Кур'ани биль вакфи каиля, кама кала атбау ли джахмин ва асджаху. Как это сказали, говорит, последователи джахмитов.
То есть те люди, которые начинают Аллаху Алям, говорят, они все равно следуют джахмитам. Ва асджаху. И проявляют, они думают на самом деле, типа это богобоязненность. Сказать, я не знаю в этом вопросе. Есть вопросы, которые мы должны говорить, я знаю, и это так. И это один из таких вопросов, что Коран это не созданное. Это должно быть убеждение. А эти люди, которые говорят, Аллаху Аля, он создан, не создан, они думают, лучше тавар, богобоязненность, типа в этом вопросе должны быть, Аллаху Аля, может так, мы не хотим говорить на Аллаха без знаний. Вот это то, что вы останавливаетесь и не говорите, это и есть незнание. Поэтому асджах, это исджах, это когда человек проявляет такую легкость, думая, что он как бы перед Аллахом богобоязненный. И на этом эти как бы эти заканчиваются. И дальше идет то, что касается видения Аллаха. И уже прошло 40 минут, иншалла, на следующий урок оставим про видение Аллаха. Также оставим то, что Аллах не спасается на нижнее небо. Также будет изучаться то, что лучшие сподвижники – это Абу-Бакр и так далее. Также будет про судный день и так далее. Это все, иншалла, пройдем, если получится. Бизнилля. И прошу Аллаха, чтобы принял нас это. Пусть Аллах нас простит. Ва акули каули хаза ва ахиру даана. Алхамдулиллахи раббиль аламин.